Доброе утречко, дорогие друзья. Сейчас я вам вкратце покажу место, в котором мы сегодня ночевали. Нас люди приютили, это просто восхитительно. Вчера еще накормили, ярика чачи хорошие напоили. В общем, Абхазия — страна души. Где-то, вот видите, нарываешься на негатив, а вот в каких-то местах прям ловишь сверхпозитив. И смотрите, дорогие мои. Вот Ярик спал на этой кровати, постелили очень теплое одеяло, просто такой кайф, по ним повадить не хотелось. И здесь вот моя кроватка, на которой я спал, тут я все заряжаю, такое трюмо. Меня поразили, конечно, вот стены, то есть это не обои, друзья мои, это раскраска стен, то есть сделано очень круто, и потолок тоже самое, в такой же вот духе выполнен. То есть и комната огромная. Места здесь хватит вам, чтобы выспаться. Самое интересное, с утра мы видели, как выгоняют коров. Очень много живности всякой разной. И проснулись с петухами. Это очень круто. Прям такой деревенский колорит. Поднял квадрокоптер, увидел, что дальше уходит у нас пицунда. Красота. Кстати, сзади нас лес. Пойдемте на улицу покажем. Здесь как бы все широко. Большие такие пространства, коридорчик, там выход на балкончик, здесь еще один выход, и мы попадаем во двор. Вот смотрите, в ту сторону у нас море, это Пицунский, получается, заповедник, который находится. В ту сторону у нас пляж Рыбзавод, а вот здесь вот через эти леса мы сегодня проберемся и искупаемся на пляжике Элдза. Ну, а вот так вот выглядит двор. Вот здесь пошел лес, ребята, это не просто какие-то деревья, там такой лес густой, вообще фантастика. Хозяев есть голуби, тоже выглядит очень круто. С утра, ребята, в окошко они сидят, ждут, когда хозяин выйдет и их уже покормит. Санузел и все, вот, получается, вот умыться, сбоку там душевые и сбоку еще туалет находится. Здесь вот как раз голубятник сверху, красота. Здесь у нас под камерами, кстати, машины стояли, то есть все охраняемо, все шикарно, все классно. Мандаринки растут. Люди говорят, что их можно кушать, то есть ничего плохого не будет. А это вот жирность во дворе прям находится. Сейчас найдем какую-нибудь хорошую и вместе с вами попробуем. О, мандарин. Аромат у нее, конечно, просто пушка.
С утра выгнали коров. Крум-кумк или как-то так вот. Это очень вкусно. Ну, здесь, в общем, зелень, лес. Красота. И задний двор сейчас там просто очень много деревьев. Здесь, кстати, летняя кухня. Куча холодильников, место для приготовления. Ну, где-то наводится порядочек, все выглядит совершенно по-другому. Здесь я просто еще далее. Ух ты, у них какой есть казан. Лето. Для приготовления водички. Для чернения. Ручьи, речки. Мандарин, вижу, апельсинчик не вижу. О, лимон. Значит, настоящий лимон как раз все. Для меня это прям очень интересно. Мы с вами видели, вот как продают абхазские лимоны. И здесь они вот все растут. Класс. Мандаринки. Еще апельсин найти и все. Можно было поспокоиться. Да, мандариновый сад, ребят. Никто мандарины не собирал. Птички поют. Такая дерево. Вот это я представлял. А еще тут море есть. Как это звучит. В общем, апельсин что-то я не нашел. Здесь один мандарин. Можно сюда пойти. И там сейчас на меня какой-нибудь петух нападет. И будет не совсем страшно. О! Это, по-моему, еще один лимон. Нет. Лимон еще растет. Может, я его прошел, просто апельсин не нашел. Он еще один лимон. Слушайте, вот это похоже на апельсин. Крупные плоды лежат. Ну, походу, им уже всем хана все валяются. Жалко. Так как у нас яблоки растут, тут также вот мандарины, апельсины. И ни одного яблока нету. Это не странно. Ну, крутой сад. Вот это завтрак, ребята. Домашний, да? Да. Сами отбирали. Григорий сам отбирал и куриц, и яйца сегодня с утреца. Это лимон, ребята, настоящий, свежий, только с дерева сорванный. Какая красота в Абхазии. Вот мы в чаечек его кладем. А что ты говоришь, блестят, не блестят? А блестят? Да, вроде бы. Вдруг, ребят, вы захотите приехать сюда на отдых, под видео оставлю номер телефона и адрес ссылки. Допустим, Сурен работает также на экскурсиях, Садлер возит по Абхазии, привозит сюда к себе в гости. А здесь можно отдыхать, здесь минут 20 до моря, и такая вот тервенская жизнь. Нам показывали такие суперские фотографии, как они собираются на большие застолья постоянно. В общем, от души советую пообщаться с такими людьми, всегда приятно. И мы благодарны просто от души. Так здесь круто провели время. И очень быстро оно пролетело. Там находятся, друзья мои, поля, рыбалка, воют перепелок. Нам рассказывали о всех этих приключениях с перепелочками. Весь огород. Красота, мы прошлись. Мы увидели вот здесь вот денежные деревья, которые символизируют непосредственно семью. Тот самый большой, это отец семейства. Вот это вам называется. Это лимон, это натуральный, знаешь, это домашнее, хорошее. Нет, тут не растут. Нет. Нет, и у нас только откуда? Яблоки. И этот мандариновый сок. Мандариновый да. сок. Как можно отсюда поехать, не пробовав мандариновый сок? Я специально не открыла, чтобы вам открыть. Я никогда не слышал про мандариновый как? Сок. Как не слышали? Клянусь. Натуральный продукт. Мандариновый без сок. Капли воды. Свой сок. Нет, там, блядь, 90% воды. Шутим. Вообще грамма нету воды. Вот вы смотрите, у нас машина битком. Вот куда вы нам это даете? А куда хочешь?
Остальное выбрасываете, вот это положите. Да. Яр, открой. Я вам сейчас просто покажу багажник. Мы же, я говорю, мы же с тобой палатку там. Ничего страшного. Ха, поместится. Вот. Вот как раз для него. А банку сюда можно. Ой, не, банку, ставить. Наверное, под ноги ставь. А, хорошо. А, правильно. Палатка той с собой? Да. Две палатки. Че, попадешь? Вот видите, рядышком обстановка 38, мы были там в самом конце, сзади нас. Ну, рассказывай, Ярик, как тебе? Мне все понравилось, супер. Очень радушно встретили. Ожидал такого? Нет, не ожидал. Прям, как сказать, как в сказке, как правильно, там, восточное или кавказское гостеприимство, как правильно. Вообще, ребят, дай бог больше таких людей. Но вот они правильно сказали, как можно оставить людей на улице в такую погоду. Вот честно, если бы, допустим, у меня была гостиница или еще что-то, ко мне приехали люди. Мы же, ну, чистые, адекватные, зашли. То есть нас ни алкоголем, ничем не воняло. Сказать нам, идите гуляйте. И тут просто благодаря нашим подписчикам, то, что нашли этих людей ВКонтакте, обратились к ним, они нас приехали, встретили и привезли к себе. То есть, если у вас будет возможность отдыхать здесь, кто хочет такой частный сектор с курочками, коровками, с душевными, радушными хозяевами, обращайтесь. Все номера под видео, адрес под видео, 500. Ну, а мы отправляемся дальше исследовать окрестности. Поехали на пляж. А время уже 10:27. Мы проснулись в 7. То есть мы 3.5 часа сидели и болтали, и разговаривали, и кушали, и обсуждали все. Вот это да. Вот это круто.